еще не в том возрасте. 10 секунд. Бля, Лебедев с первого сектора, а? Чепкасов, давай. Стал там и хорошо. 4, 3, 2, 1. Рыбе было сегодня крайне интересно. Стартовал как раз, в общем-то, в рыбном секторе прямо с сеткой. Ну, не сеткой, а с мостками. Вот, сыграли мы. Сколько мы сыграли? 3-2 или 3-1. Вот, со Славой Цвинтарным так получилось, что я его обошел. Это была первая моя победа. В следующем туре сыграл 1-1 с Дмитрием Диком. Далее были туры, все нулевые ничьи. А до, сейчас скажу, так, 7-го тура.
седьмом туре я опять встречаюсь во втором секторе, это рядом с мостками, встречаюсь с Вадимом Бальбитом, спортсмен, в общем-то, один из лучших спортсменов Питера, ну, как показала практика, и мосты. Вот, мы с ним очень продуктивно отловили эти 20 минут, я выиграл со счетом 4-1, были еще поклевки, ну, вот, хотелось бы 5-1, так, чтобы вот, но не доловилась одна рыбина, потом... Вот, но самое главное, что тогда получил, это вот тот вот сразу заряд бодрости, и дух поднялся мгновенно. И следующий, восьмой тур, я уже сыграл со следующим соперником 1-0, поймал только одну рыбину. Но когда прозвучал сигнал о финише, я вот во все горло орал от радости. Вот, в финале было все еще интереснее. В финале рыба уже намного лучше выходила из-под мостков, из-под садков. Все туры, получается, я выиграл. Открыли сезон форелевый. Открыли его в Веребко под Псковом. За что огромное спасибо Андрюхе, который организовал нам этот турнир. В целом, как всегда, отлично все прошло. Рыба клевала на протяжении всех туров. Не очень хорошо, но клевала. Нормально было, ну, все. Ну, да. У тебя не клевало. Стабильности нет такой, как бы. Нулей не было. Достаточно красочный финал. Собственно, определились победители. Ну, а результаты отборочных будут известны после второго турнира 18 марта. Да? Что скажешь? Все скажу так же, все согласен, все хорошо. Совсем согласен. Совсем согласен. На мой взгляд, клевал не очень хорошо, предсказуемость рыбы. Наверное, еще погода такая нестабильная, поэтому рыба ведет себя так же предсказуемо. Но она всегда, да, ранней весной. Ну, ранней весной непонятно, как она. То есть, ну, так, в принципе, нормально, да. То есть, клевало выходами, так интересно. То есть, достаточно результативные были поединки там с пятью рыбами, там, с четырьмя. То есть, ну, как бы, достаточно. Очень сильно порадовал гость из Калининграда, ловил сегодня уверенно. Да, и очень стабильно, хорошо, очень красиво. Тренировки. Молодец. Накануне как бы не прошли даром.